привет, с вами Security Agents Games, и, о боже, я использовал аптечку. Так давно я не снимал, значит, Resident Evil, шо ж, забыл все. Но я вспомнил, как я включил запись и как правильно лечиться, я просто забыл, на какую кнопку надо лечиться. Итак, в общем, это четвертая часть Resident Evil. Как же я не привык, потому что, ну, давно я не играл, как бы. На F, понимаете? Кожаный пистолет нашли. Давайте, как его? Туда. Ну, в принципе... Так, я могу ли... У нас есть ли травы? Травы. Есть. Сильный эпоксид. Возьмем. И, значит, делаем аптечку, так как я... Что-то лоханулся чуть-чуть. Ну, ладно. Думаю, пора идти, так как, блин, так я давно не играл, что мне аж очень страшно почему-то. Прям, я не знаю, реально такое чувство, почему-то очень страшно. Угу, вы уже видите, как страшно. Я не знаю почему, ну то есть, когда я снимаю непрерывно, то как-то, ну все нормально чувствуется. Все нормально чувствуется. Когда я прям долго не снимал, то стрёмно. Поэтому идем в этот старый дом. Хорошо, что я запомнил цель. А хотя на... И так написано. Поищите сыворотку в старом доме. Поэтому мы идем в этот старый дом, где обитает Маргарита Баркерс. Маргарита Баркер. Или... Ну да, Маргарита Баркер. Так, гильза. Извините, что подлагивает. Так. И будет, наверное, наверняка до конца прохождения, смотрите. Вот так, когда я что-то разрушаю. Потому что скоро я буду менять диск, SSD-диск. И вот он уже как бы старый, из-за этого вот подлагивает. Поэтому, когда я изменю, уже так лагать не будет. Давно я просто не обновлял. У нас тут мухи, поэтому мы их режем. На супчик, наверное. На борщ. Порезали. Хорошо. Какие-то коконы висят. Поэтому проходим в дверь. Тут у нас всякие надписи и... Угу. Вспомнила, значит, вот это вот дерьмо. Поэтому разрушить его. Разрушить. Мухи. Ай-яй-яй! А что они? Свалите. Что, у них еще один кокон там где-то? Ну, наверху. Не надо идти туда. Окей, я поверю, допустим. Как мне от этих мух, блин, избавиться? Пробежим мимо. Или все-таки... Просто я не понимаю, где кокон их? Они летают тут. Ну, в общем-то, наверное... Ай-яй-яй! Или я их просто могу добить? Ну, все. Да, их надо было добить. Итак, у нас тут трава в опарыше, как вы видите. Гильза у нас, слава богу, есть. И можем спокойно... Ну, как сказать, спокойно. Идти-то неспокойно. У нас есть карта теперь. Ну, пока что это четко нам не попадается. А то я буду жестко сраться прям, вообще жестко. Так как я давно не играл, ну, как я опять говорю. Итак, у нас тут эпоксид обычный, еще один обычный. Это кладется в разные слоты, я это тоже забыл. Угу, понимаю. Ну, блин, древнюю монету, что я не выложил, я даже не знаю. Поэтому, блин, ну я не знаю даже. О, я могу сделать вот так. И у нас еще два халявных места. Рукоять горелки, хорошо. Можем потом сделать горелку, когда найдем основную уже часть. И пока, ну, пока что мухи летают. Поэтому мухи должны фигачить. Да, фигачить с ним. Вроде бы все. Поэтому идем. Так,
получается, я... Да, сюда. Блин, не знаю, страшно, очень страшно. Твердое топливо может пригодиться для нашей будущей горелки, если мы ее, конечно, сделаем. Угу, тут отмычка нужна. Ну и пофиг, в принципе, с этой отмычкой. Ничего полезного быть не может такого. Потому что сколько раз мне это подставляло. Нет? Блин, давай, ломайся. Ну да. Ну да. Офигенно. Да муха ты, блин. Так. В общем-то, проход в прямом смысле завален. Ломаем. Это была плохой идеей сразу сказать. Нет, нет, нет. Что я делаю, боже мой? Присесть. Какая кнопка? Правильно, С. А я куда нажимаю? На Ctrl. Вообще классно. Патронов нифига нет. Блин, а реально патронов не хочу делать. Итан? Итан, под него уморочит меня. I want some answers. Я знаю, ты прав. Я всегда хотел тебе сказать. Но я просто... Я же не помню, как резко. Это же этот... Да не стоит это так, сделай что-нибудь. Итан, помоги. Самая единственная статуэтка поможет, конечно. У нас нет патронов. И найти, к сожалению, я их не могу. Времени бандит. А, ну хотя бы в один слот все складывается. Я просто не понимаю, как мне без патронов выйти. С ножом я, конечно, не смогу нормально. Придется вот это хотя бы током добить. Да, я понимаю. Но ножом хрен добьешь. Ну, добили. Так, ну пожалуйста, ну деньги, патрончики, пожалуйста, родненькие. Потому что, ну, как бы, знаете, дробовик в руках, страха нет. Вот такая пословица, блин. Пошёл нахрен. Блин. Не, на этом моменте почему-то ржать не надо. Булки долбаные. Даже не знаю, может быть, тем... Знаете, удалять не хочется ничего, конечно. There you are. Где она? Чё здесь? Покси, блин. Где она? Нет, пошёл. Ого, что-то за новое место открыли. Да блин, муха! Валите, блин, от меня. Да мухи, валите, слышите? Ладно, ну наверняка здесь патроны есть. Носик горелки. О, вот дело. Травы. Блин, ну знаете, выкидывать ничего не хочется. Блин, может где-то сохраниться можно. Наверняка там, но там нужно понять. Придется шоу уж, блин, делать. Наверняка древние монеты. Ну, пускай. Итак, значит, совместите с вот этим. А твердое топливо с эпоксидным у нас... Ну, вот что получается, вы сами видите. И у нас... Ухо, так уже вообще не страшно, знаете. Да. О, я готова всех растерзать. Жалко, все это быстро. Эти газы. Ну не газы. Она здесь?
заметил. Пусть горит. Я могу вроде в окно смотреть. Где-то там бормочет. Сейчас заметит ГГ мне. Не горит. Ну придется здесь пробегать, патрон не хочется тратить. Уж на эту бабку потрачу. Теперь думать, когда она выйдет, когда войдет. И стоит ли мне быть аккуратным. Но, не, аккуратным это 100%. Да чё, мне эти мухи палят. Всё, хорошо. Видно прям офигенно. Соглашусь. Блин, не, сюда она ходит. Но... Блин, я даже не знаю, куда мне идти. Ну, по крайней мере... Если она меня заметит, я смогу бежать. Дорога. Сдохнуть. Куда она пойдет? Тут же она меня не заметит, надеюсь. Она идет. Куда ты идешь? Мерзавка. Сикотно. Ладно, придется. Лохоманная ворона. Потихоньку за ней так пойдем. Единственное. Долбаные мухи. Запалят мне микронты. Поэтому пробегаем туда. Я даже не знаю, мне куда идти. Мне надо... Вот надо. О, точно. Тихо. А, тут упасть нельзя, да? Ну, вроде сюда он выходит. По крайней мере. Где? А здесь что-то? Тут заходит, да? Угу. Ну, из дома мне не надо. Мне нужно найти сыворотку вообще. Блин, она сюда ходит? А, я... Попрошу, мне просто, я помню, а, точно, точно, я вспомнил. Мне тогда надо было туда сразу идти. Просто не было возможности, так как у меня не было одного. Ну, мух пока что нет, слава богу. Сюда и надо. Да, поэтому я сейчас сюда спрячусь. Куда она пойдет? Не знаю, куда пойдет. Я... В какую сторону? Я пойду обратно уже в то место. Но я уже примерно понимаю, куда я пойду. Скорее всего, туда, потому что, ну, больше вариантов нет. Поэтому ждем. Главное не запалиться. Ну, в принципе, она слепая и глухая. Ну, насчет слепая я не уверен, но... Не слышит, как дверь хлопнулась. Это хорошо. Поэтому, блин, сейчас надо все-таки, чтобы не попасться, подождать. В какую же сторону он пойдет? Ну, наверняка вот в эту. Это я еще не знаю. Поэтому подождем. Страшно, я знаю. Ну, в принципе, идешь? Блин, я вот стою, я сейчас не на присе, я надеюсь, меня она не заметит. Конечно, да, бездействовать плохо. Ну и подождать хорошо вариант. Так как, ну, в лапы монстру прыгать так смело, это плохо. Поэтому подождать, а потом уже идти. Видимо, ждать я буду долго, потом я пойду. Твою мать! Она же сзади могла обойти. Блин.
насчет слепая я был прав. Окей. Значит, я пройду сюда. И прохожу в то место. А, ну да, я уже прожигаю пауков. Надеюсь. Далее. Так. И Тобин. Итог ни хрена нет, скажу. Угу. Итог реально нет. Ладно. Поэтому мы разблокировали проход просто. Дополнительно. И сейчас к нему пойдем. Так, давайте сюда вот. Подождем, пока что она. Она, наверное, по этому маршруту ходит? Или нет? Я точно не знаю. Давайте. Ну, что-то пойдет. Быренько сюда забежим все-таки. Вот, я что-то здесь пропустил. Ну, как видите, нет, тут надо рукоят. Единственный вариант. Значит. О, она идет. Она сюда не заходит. Я даже не знаю, какие еще у меня варианты. Все-таки попытаться надо. Дойти я не знаю. Но я знаю, что надо попасть на другую часть дома. А там уже как бы рукоятка может быть. Типа рукоятка в любом случае нужна. Ты не хрен пройдешь. Поэтому куда она пойдет. Маршрут я примерно знаю. Вот только в этой комнате, значит, она. Ну, вот так и туда. И налево. Вроде бы. Или... Я же, смотрите. Я вспомнил. Так, сейчас она. Смотрели видеозапись Ми, мы можем поставить ее сюда. Да, вот та самая фишечка. Слушай, я уже совсем забыл, что у меня эта статуэтка, и не обращал на нее внимания. Поэтому мне сюда и сюда. Боже, скалопендры или строконожки. Да, где кричит он. Ты мужик, Итан. Да, я просто сижу, нажимаю на W, значит, а Итан страдает. Ну, вообще равенство. Итак, мы прошли через тайный проход. И итог того, что мы на другой части. Мы там прошли, там выход из дома. И такая хрень, что... О, а вы помните видеозапись Мии? Тут была рукоятка. Все, это 100%. Даже не обсуждается. Вот, видите, папа. Так, значит, эпоксид спрятан. Рукоятка. А вот рукоятку нужно обязательно. Порох удалю. Конечно же. Ну, думаю, ну, блин, ну, знаете, порох. Ну, ладно. Не так важно. Так. Муха. Так. А. Итак, ну сюда эта бабка точно не идет, потому что, ну, типа, ну как? Так, получается, что мы пойдем еще сюда. И я уже догадываюсь, нам надо ключ вороны. Читать я не буду долго. Так, ну так как у нас есть
есть рукоять. Знаете, мы... Блин, да... Ну да. Значит, нам нужен ключ с воротами. У нас есть рукоять, и единственный способ использовать рукоять — это вот этот. Ну, пока что единственный, я еще же видел. Там. Ну, как-то да. Берем обратно, типа, да. И берем в руки огнемет. И пошли. Не пройду через этот, наверное, проход, а тут не ходит. Или... Не, сюда он вроде не ходит. Вроде бы. Я всё-таки ходит. Я походу слышу, оно здесь. Блин, вот интересно, я ее слышал, что-то она сломалась там. Так, ну вот, еще один способ использовать рукоятку. Посмотрим, что у нас такого. Не пойму, что мухи летают? Правильно. Вот так. Убираем обратно и... Получается, идем. Что у нас здесь? Ну, значит, это важная часть, так как... Ну... Я так и думал. Так, значит, психостимуляторы. Или... Ну, в принципе, что еще я могу выкинуть? Твердое топливо. Ну, у меня, в принципе, есть. Ну, ладно. Давайте берем топливо для горелки. Бачок не там. А, для меня монета. Хорошо. А, это значит, что мы можем идти. Да, мы можем. А что? Ключ с вороны. There you are! Специально говорил. Я уже пугаюсь. Значит, в коридоре ходит. Так, подождем, пока что она пойдет. А потом сюда. Ищем. Это нам куда получается? А, хорошо, я все. Применим и пойдем.